Друзья, добрый день! С вами канал Бажениты, Омская область. Сейчас я нахожусь в центре села, в котором я живу, местный житель. И, значит, смысл такой. Я схожу в Дом культуры, в местный, и там читатель, возьму книгу местного краеведа Санькова, на основе чего я веду краеведение. Сейчас я схожу и покажу. Показать. Вот у нас такой дом культуры. Видно? Стоит на фундаменте церкви. Разрушена она где-то была в 50-х годах, а фундамент не разрушили, остался на фундаменте, уже построили дом культуры. Это самый центр села. Здесь у нас есть библиотека. Сейчас и работает. Я, конечно, заранее все это обговорил, договорился, чтобы спросить книгу. В каком месте книга лежит? На какой полочке? Краеведческий уголок. Ага. На полочке стоит книга. Ага. Вот она книга. Сейчас покажем ее. Вот Саргатское притяжение. Сейчас я оформлю документы, что я ее взял. Значит, карточку читателя, и мне ее запишут. Там же номер какой-то. Конечно, как же, библиотека элементарная. Так, год рождения у вас какой? 65. Плохой свет здесь, ничего толком не видно. Получается, окна светлые, а что в помещении происходит, очень плохо видно. Я задам библиотекарю несколько вопросов. Ага. Так. Дело в том, что зрители требуют основания моих утверждений. На основе чего, значит, на основе чего я делаю такие выводы, что, значит, есть у нас вот такие-то достопримечательности. Значит, я уже давным-давно уже, значит, и неоднократно читал эту книгу. И здесь описано, какие у нас есть достопримечательности. Одна из них – дом купца Новикова. То есть в настоящее время он магазин. Потом, значит, Саньков описывает вид, который можно увидеть с Саргатского бугра. Я месяц, наверное, хотел уже его снять, но сейчас зима, атмосфера плотная и не просматривается. Вот смысл такой, что, значит, хотелось бы найти комментатора, который бы не я об этом сказал, а который бы показал, что вот книга, вот это вот описано в этой книге, и вот возьмите и посмотрите своими глазами. Сегодня мы не посмотрим. Я уже посмотрел, что не просматривается. 10 километров не просматривается. И надо, чтобы зритель, не только вот, значит, наш местный, а смотрит же не только иногородние, а и в других странах. Если у нас абсолютно плоский рельеф местности, человек должен представлять, что такое Западная Сибирь, Омское Прииртышье, и имел представление, значит, что абсолютно ровная равнина,
и просматривается по горизонту от силы 10-12 километров. А вот с этого, значит, бугра просматривается более 30 километров. И можно было бы сравнить, значит, нашу область Омскую с европейскими территориями. Сколько, значит, сколько в квадратных километрах, значит, область распространяется. И сколько стран европейских входит на эту территорию. Какая плотность населения. У нас может кто-то вот такое сравнить? Ну, я знаю, что, значит, Омская область, значит, приравнивается к территории Франции. Ну, это надо в энциклопедии посмотреть. Все это изучить надо тогда и сравнить. А вот еще книга-то есть. Еще вот здесь-то в этой книге «Саргатское притяжение» тут про весь Саргатский район. А и в частности про Баженова. А вот «Любовь моя» Баженова, тоже Санькова книга. Там, ну, я тоже возьму ее. Там только про Баженова. Только про Баженова. Я тоже возьму, с удовольствием ее почитаю. И еще там больше материала. Ну, значит... А еще есть книга «Старина», «Омская старина». Там тоже есть рассказ о Баженова, тоже Санькова Михаила Ивановича. Тоже есть его статьи. Да. А есть такая книга, значит, «Иртышский вертоград»? Вообще такая книга есть, но у меня нет. В районной библиотеке. Володь, ты понял? У нас такой книги нет. Это я спрашиваю, в районной библиотеке я узнаю. Но я тоже спрашивал, которая находится вот здесь, в самом центре. Районная Саргатская библиотека. Ну, там уже их две. Почему? Ну, одна-то закрылась, а всю... Одна библиотека это была, что ОПМК. Но... А Саргатская районная библиотека находится вот здесь, с левой стороны, когда заезжаешь. Вот там, там написано, да, там написано детская библиотека. Детская библиотека наверху, а, вон как. На втором этаже, а внизу взрослая районная библиотека, это наш центр. Ну а по поводу Иртышского ветрограда, у меня была эта книга, но ее, к сожалению, теряли. Ну это обычное явление, ничего там особо. Значит, теряли. Книга интересная была, поэтому, значит, и... Значит, это восстание, крестьянское восстание, значит, в начале становления советской власти у нас на Западной Сибири здесь. И ее у меня потеряли, может, украли, так сказать, взамен принесли и все. Ну, не заметили. А ничего такого можно. Библиотеки, она... Ладно, я продолжу, значит, съемку, значит, уже на Саргатском бугре, и найду обязательно, конечно, комментатора, который бы, значит, снял бы меня и прокомментировал бы вот эту вот книгу.